Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Накануне юбилея в колонном зале Дома Союзов в Москве прошел литературно-музыкальный вечер. Зал был полон, на сцене выступали драматурги, артисты и политики. Представители КПРФ при поддержке этой партии состоялся концерт. Говорили о том, что Тургенев был поистине народным автором, настоящим патриотом. Иван Сергеевич Тургенев, как никогда и сегодня, современен. Он современен своей честностью, своим великолепным языком, своим пониманием проблем, связанных с простым тружеником. Надо использовать в том числе и такие славные юбилеи, как 200 лет Тургеневу, потому чтобы вернуться к классической литературе, прекрасному нашему языку, и все сделать, чтобы было новое поколение образованным, грамотным.